Думаю, вы готовы. Вы же пьете? Да? Нет? Пейте. Смотрите, и в этой песне удачное сочетание, мне кажется, удачное сочетание русского и американского фольклоров. Значит, по-русски звучит «Ай, люли», а по-американски «Е». И вот это все в одной песне. Вот такая дружба народов через нас. «Ай, люли, е». Ай, люли, ай, люли, вот и все слова для хора. Люли, ай, люли, ай, люли, ай, люли. Ай, люли, ай, люли. У меня есть какая-то отметина, но что это? Мама не ответила. Ай, люли, ай, люли. И в консерватории Собинова я был какой-то особенный. Ай, люли, ай, люли. Теперь иду осторожненько, верной своей дороженькой. Ай, люли, ай, люли. У меня есть какая-то миссия, и я уже не боюсь. Я пришел на эту землю, чтобы делать хорошо. Я пришел на эту землю, чтобы делать хорошо. Ай, люли, люли, ай, 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 люли. Но не такой, не такой я, у меня своя история. Ай, люли, ай, люли. В мире много насилия, просто мир пока не знает Василия. Ай, люли, ай, люли. Я верю, все это лечится, я спасу человечество. Я пришел на эту землю, чтобы делать хорошо. Пришел на эту землю, чтобы делать хорошо. Знаю разных я ребят, дело делаю, да дело не любя. В торопях и нерв теребя, а я купил себе гитару, надо начинать с себя. Я пришел на эту землю, чтобы делать хорошо. Я пошел на эту землю, чтобы делать всем ништяк. Миша, давай, сорок! Музыкант из Саратова. Я Василий Левский, такой же. Мы пришли на эту землю, чтобы делать хорошо. Опля, беляши. Вот и все, мы пошли.